Так вот, выходит Шанцунг, троллит коллектора и воплощается на старте. Ребята решили нам кат-сцену полностью показать. Итак, поехали. Гигант мысли против Блоди Грэба. Коллектор против Шансунга. Так, тут пытался на телепорте. Поймать сразу делает захват. Просто со старта хватает Шансунга. Ой, так, мог бы запанишить на самом деле. Да, что-то маленько растерялся здесь. Да, по-моему, это можно панишить с парками. Опять захват. О, текает бросок. Молодец. Третий захват, это было бы, конечно, жестко. Ой, хороший конферм, Блоди Грэб. Так, пытается сближаться сейчас коллектор. Опять захват. Да, очень хорошо он орудует этим приемом. Ой, какая ошибка, Шансунг. Загоняет коллектор его в угол. И зона Fatal Blow сейчас. Для Блоди Грэба. Я думал, он помощнее реализует. Ну, как-то... О, какой антиэр! Ой, и брейкэвэй какой неудачный! Вот, кстати, обратите внимание, сейчас стринг 4-4 у коллектора. Гигант мысли осознанно сейчас сделал 4 лампу, чтобы не чисто блочил Шансунг. Ой, как хорошо сейчас выходит на камбу гигант мысли. Опять угол. Ой-ой-ой, какой конферм здесь. Ой, проблема у Шансунга. Надо как-то отвоевывать себе этот лайфбар. Ой, опять сейчас пойдет супер комба здесь. Опять угол. Ай, читает брейкэвэй, боже мой, какая игра. Ой, вив паниш. Чего себе? Это что это вообще такое? Жесть. Это просто машина какая-то, а не гигант мысли, а? Просто гигант. Гигантище, я бы даже сказал. Слушайте, мне кажется, сейчас Шансунг пребывает в диком шоке от того, что сейчас с ним сделали. Тяжеловато, допускал достаточно много ошибок Блоди Грэб, и гигант мысли просто за все карал на фулку. Просто за все. Играем вот на трех тебе... побед, 1-0 счет. Вот тебе и коллектор, вот тебе и на бумаге расклады, да, казалось бы. Шансунг сейчас, на мой взгляд, практически ничего не показал. И это очень странно. Я думаю, что, может быть, сейчас он взвесит за и против все и учтет ошибки прошлого боя, пока все выглядело в одну калитку практически. Да, конечно. Ровно. Можно больше сделать упор на зонинг, но гигант мысли очень здорово передвигается. Да, движение это все его. Но как по-другому против зонера играет? И других вариантов нет. Да. Так, все, теперь Шансунг будет немного осторожнее. Отличный контер. Ну где подтверждение? О, вот это Crash and Blow. Вот, походу, шальной. Да-да-да. Ой-ой-ой. Так, позабайтил здесь его немножечко. Неплохо. Ой, нашимил замечательно Блоди Грэб. Как хорошо на контер сейчас не дождался это лассо. И уже загоняет в угол гиганта мысли Блоди Грэб. Так, здесь байт был с отменой. О, какой хороший раунд. Слушайте, ну полная противоположность идет первого поединка. Пока что по первому раунду очень хорошо Шансунг действует. Ой, какой паниш! На предикте прожимает телепорт и наказывает сейчас Шансунга. О, господи! Откуда он? Как он это читает? Это просто жесть. 50, практически 50% это дамаг идет. Невероятный конферм здесь, конечно. И читка просто 100%. Вот гигант мысли, просто гигант мысли. Я не знаю, как иначе сказать. Но, боже, какой гетап ролл. И выходит на камбу снова. И добьет? Нет, останется немного жизни, наверное. Нет. А, да, немного. Вот это, кстати, достаточно очень неприятная цепочка. Почему она сбивает противника на земле? А здесь прочитал Шансунг. О, как неудачный брейкэвэй. Гигант мысли. Нейтрал, конечно, тут лишним был.
Ой, засиделся, засиделся он в углу в этом, сейчас его за это будет. Неплохо, Блоди Крэп. Это что, Тибэк что ли, Тербо? Пытается как-то вывести из себя. Он загоняет гигант мысли в угол Блоди Крэпа. Ой, Д4 лампа. Опасно. Ой, это панишит. Нет, пропускай второй спарк. Очень много. Вторым номером сейчас играет. Ой, снова шимится. Шимится гигант мысли. Немного жизни остается. Ой-ой-ой-ой. Надо переждать, надо выждать, терпение надо. Ой-ой-ой-ой. Он не Real Master. Так, рестенд. Бросок. Неплохо. Зона Fatal Blow для боя. Шансунгу нужно добить в чип. Не, неужели? Вот это момент. Вот это камбэк. О боже. Как же обидно сейчас должно быть для Блуди Грэба. Казалось бы, добить. Там 5.10. Да просто... Блин, да. Вот это момент. Слушайте, ну это просто невероятно. Вот насколько в себе уверенный игрок, насколько он не потерялся после того, казалось бы, уже полностью слил раунд. У соперника было столько жизней и в итоге побеждает. Ну это достойно уважения. Это действительно круто. Вор пишет Китан и Кан. Ну да, ну блин, но гигант мысли профессионал своего дела. Он просто с холодной головой сделал просто все по технике. Все по книжке как разложил. И, что немаловажно, очень много читает, конечно, гигант мысли. Умеет, да? Умеет нужную кнопочку нажать, да. Остается на Шансунге Блуди Грэб. Полагаю, у него больше нет других персонажей. Но, кстати говоря, второй матч не так однозначно забрал гигант мысли. И мы имеем все возможности посмотреть камбэк. На 100% согласен, да. То есть здесь уже было интереснее смотреть. Может быть, реверс 3-2 заберет Блуди Грэб. Но пока гигант мысли выходит на комбо сейчас. Так, какой-то сетапчик, но наказывает Блуди Грэб. Так, ну в принципе, Шансунг сейчас вот немножко начал пользоваться, да, возможностью зонинга, но против телепортера это делать, конечно, опасно. Все, пошел. Брейкэвэй будет ли сжигать? Да. Не сжег. Хорошо напрыгнул сейчас. Ну где конферм, Блуди Грэб? 1-1-4. Ой, чистый блок. Да, это красиво. Это здорово, да. Все. Один раунд отделяет сейчас коллектор от того, чтобы выиграть этот сет. Да, тяжеловато. Так, чипка. Пошел вперед, захватик. 25. Так, хорошо, здесь порвал вовремя. Так, конферм опять угол пошел. Ой-ой-ой. И попытался выйти, но не получилось. Посидеть, отдохнуть. А, нет, все, пошел Шансунг. Так, пошел вперед. Пересидел здесь. Опять. Ой, уход не удался. А, потому что задний бросок сделал коллектор сейчас. А? Обманул немножко здесь. Ну. Так, ну выходит на камбу Блуди Грэб. Еще не все потеряно. Ой-ой-ой, как много дропов. Ну, у Блуди Грэба мало шансов, конечно, здесь. Ой, иди сюда. Прямо опять снова ловит, снова. Да, да. Потрясающе, потрясающе. Ну, сложно было что-то сделать Блуди Грэпу. Гигант мысли, конечно. Слушайте, ну, если бы у меня сейчас дети бы не спали бы в соседней комнате, я бы даже поаплодировал за такую потрясающую игру.